Наверное, все полы уже 10 раз перемыли, сериальщики пересмотрели, цветы пересадили, поленились и так далее. Ну, наверное, пора возвращаться к творчеству. Карантин еще неизвестно, сколько продлится, а гитарка сама на себе не поиграет. Я тоже перехожу, как и многие мои коллеги, в онлайн-формат и разработал особый вид урока. Как мне кажется, такой ноу-хау своеобразное. Для меня было очень важно сохранить принципы моей студии. Это внимательный, индивидуальный подход к каждому ученику, требования и развитие, всестороннее развитие моих студентов. Это и чувство ритма, и развитие музыкального слуха, и внимательное отношение к издаваемым звукам, и правильная техника, и необходимая теория, ну и так далее. Вот. Размышляя в последнее время, как это все лучше организовать, я пришел к такой форме урока. Я буду записывать видео в хорошем качестве, вот с такой же картинкой, звуком, как вы сейчас меня видите и слышите, и отсылать его вам. В этом видео я буду рассказывать, да, собственно, так же, как я рассказываю при личных встречах, то, над чем стоит поработать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Кроме самого урока, я буду прикреплять материалы. Это минусовка, ноты, табулатура, какие-то ссылки на дополнительные источники, дополнительные аудио и видео файлы. Ну, в общем, все так, чтобы вы могли самостоятельно подготовиться. После того, как вы получили урок, посмотрели его, вам дается время, минут 30-40, может быть час, на то, чтобы освоить эту новую информацию. После чего вы вот как есть, как позанимались эти 30-40 минут, записываете ответочку для меня, видеофайл своей игры и высылаете мне. После чего я смотрю на все это дело и в условленное время мы с вами созваниваемся по скайпу. Вот. И в формате уже скайп-консультации, которая тоже будет длиться около, наверное, 20 минут, мы выясняем самые такие трудные места, какие-то непонятные вещи. Если нужно, несколько раз проходим одно и то же место, ну и так далее. То есть это компенсирует нам недостаток вот, личной, да, встречи, личного общения. Такой вот скайп-формат. Вот. Как ни странно, я подумал, очень много достоинств у такого онлайн-формата уроков. Ну, во-первых, у вас остаются все видеоуроки, которые я вам высылаю. То есть информация, которую я вам даю, она не растворяется в воздухе, как это обычно происходит, а остается с вами навсегда. Вот. И это очень здорово, вы всегда сможете пересмотреть урок, обратиться к нему, вспомнить. По-моему, это здорово. Второй плюс, у вас остается выполнение ваших, да, заданий, которые, вот эти видеофайлы, которые вы мне посылаете, они тоже остаются у вас, а вы сможете в дальнейшем следить за собственным прогрессом. Это тоже супер круто. Ну и в-третьих, вот такая форма занятия, она достаточно свободная, то есть вы сами выбираете, сколько времени посидеть над каждым уроком, то, как вы это будете делать, может быть, вы 10-15 минут хотите поиграть, потом чайку попить, ради бога, тут вас никто не ограничивает. Главное, это результат, да, чтобы вы мне выслали файл, в котором играете и показываете то, что вы с уроком справились, его освоили. Вот такие вот плюсы. Надеюсь, то, что карантин продлится недолго, и мы скоро снова с вами увидимся. Я уже по всем очень соскучился. Ну а пока изолируемся и занимаемся. Вот у меня моя гитарная келья уже полностью подготовлена. Вот, увидимся в онлайне. Всем пока, будьте здоровы!